Всем снова привет! Это новый ролик по игре «Злая монахиня» и первый ролик с использованием нового микрофона. Сегодня я буду проверять, как он работает, и сравнивать потом, какой был лучше, старый или новый. Но я все уже поднастроил, все работает нормально. Да я и сразу заметил, хотя, что новый работает лучше старого. Сегодня мы будем дальше собирать маску. Так. Играть. Призрак у меня уже стоит. Потому что мне не надо от монахини бегать. Давненько я тоже не делал ролики по этой игре. Я еще что не сказал. В этой игре было тоже обновление, но оно особо ничего нового не было. Там было написано «Факел 2.0». То есть новый факел какой-то. И какие-то еще обновления. Но какие именно, я понятия не имею. Ящики у меня вон тут, как всегда, лежат мои. Взрывная кукла и жвачная пушка. Скоро что-нибудь еще положу. Ладно, погнали искать Грааль. Здесь пусто. Так, и заодно глянем на новый факел. Ну, поехали. И да, болтать побольше буду, как обычно. Потому что мне интересно, когда вот ты снимаешь игру и много молчишь. Хотя нет, я мог бы тоже базарить, как Мармок или Куплинов. Хотя нет, Куплинов он матерится много. А Мармок... А Мармок он только эти, как его снимает, нарезки, а не полные прохождения игр. Но у него все равно прикольно. Самое главное, что у них тут очень много озвучки. Именно это и интересно. Так, что тут у нас? Это еще что за веник? Веник какой-то. Зачем он мне нужен? Ну ладно, возьму. Ой, что это? А, это что, типа факел? Ух ты, точно факел. Ну блин, по-моему, факел ухудшился. Это не факел, а какой-то, не знаю, прутик, лучинка. Это на факел-то не похоже. Фигня полная, короче, а не факел. А, вон показывают за то, как он тлеет. Ты можешь теперь следить, сколько у тебя осталось. Но это хотя полезная штука. И факел на этот раз у тебя уже лимитный. Там количество ограничено, может сгореть. А ну-ка подожжем монашку. Гори. Ты когда тут? Да сгори ты. Гори давай. Ой, и факел потух. А монашку я не поджег. Так, что-то больно громко. Надо убавить. Да, я сейчас уже звук слушаю в наушниках. И записываю его тоже с наушников. Нет, метла мне не нужна. Так, о, сюда зашла. А, нет, безлимитный все-таки. Факел-то. Это я ошибся. Монашка. Где там? Ой, я дверь поджег. Случайно. Да где она там? Ладно, пофиг. Ищем Грааль. Здесь ключ, он нам не нужен. Да, чуть не забыл. Там же еще было обновление про этот. Что там было-то? А, вспомнил, курицу можно факелом поджарить, во. Ай. Ну опять потух. А где курица, интересно? На обновлении было сказано следить за едой. А где сейчас эта еда, я понятия не имею. Курица должна быть где-то там. Ну ладно.
наверх уже пошлите. Нам нужно искать Грааль, а не страдать фигней. Пусто, пусто. Пусто выросла капуста. Вообще ничего нету. А, блин, начинаю потихоньку болтать, как мармок. Ладно. Может, оно и к лучшему. О, а вот и кабель. Он нам все равно нужен. Так, ну давайте сначала пошарим. Может, тут Грааль где-нибудь есть? Слышу какой-то шум. Мне кажется, это от Грааля. Нет, козлиная башка только. И нет. Короче, хрен тебе, а не Грааль. Ну ладно. А откуда шум тогда? О, кстати, я еще видел видос, можно как-то спрыгнуть и при этом не сгореть. А давайте-ка попробуем. Ух ты! Это работает! Круто. Действительно работает такая штука. А чё, полезно. Ну ладно, если на втором этаже играли, нет, значит он где-то на первом этаже. Пошарим сначала вот в этих классах. Так, нет. Здесь пусто. Здесь тоже пусто. Это где Грааль тогда? В лабиринте, что ли? Да нет, вряд ли. Ой, монашка. Но она нас все равно не тронет. Потому что у меня стоит режим призрак. Ну ладно. Так, а может курица все еще там в своем курятнике сидит? Это надо проверить. Да, вот она, курочка. Стоп, пошла куда-то. А, точно. Она же за едой, типа, следит. Так, ну, прежде чем искать Грааль, давайте все-таки поэкспериментируем с этой курицей и попробуем ее поджарить. Идем-ка. Вместо факела кинем ее сразу в тот огонь. Чтоб нет, фигню не страдать, не мучиться. То сейчас задолбаешься ее факелом этим поджигать. Не, серьезно, факел какой-то фиговый в обновлении. Раньше он был лучше. Эй, куда пошла? Главное самому не сгореть вместе с этой курицей. Да ты, блин... Ой, да ну тебя. Погодь. Сейчас запру тебя, чтоб не сбежал, и подожгу все-таки от этого, как его. Вон она тут ходит, пытается пройти в дверь. И подожгу я ее все-таки от факела. Что? Стреляю. Курица, пойдем. Пойдем, пойдем, курочка. Так, вот, закрываем дверь, чтоб не сбежала. Поджигаем. Ой, монашка, ну ты, блин, мою курицу. Уперла. Точнее, не уперла, а выпустила. Ой, слова как слова. Так, давай, чеши отсюда.
Ну-ка. О! Изжарилась. Смотри-ка, быстро как. Жареная курица. Так, ну ладно, и что мне теперь с ней делать? Съесть я ее не могу. Монашку, что ли, кормить? Да не, я так понимаю, она вообще ничем не питается. Ну ладно. А если ее попробовать детям скормить? Они, наверное, голодные. Так, только надо масленку найти. Что это за писк был? Не пойму. Ладно, погнали. Где масленка? В раздевалке? Нет, здесь масленки нету. Может, тогда вон там, на площадке. Там у нас кладбище, на которое я пока не могу попасть. Нет, тут лом. Ладно, возьмем его. Все равно он нам пригодится. Так, а здесь? Здесь есть? Нет. Нет. Опять нет. И снова ничего нет. Давай, отстань от меня. Не, ну так не прикольно. Ладно, убираем эту доску с моего пути и выкидываем лом. Сами лезем в туннель. Так, тут одеяло. Для... на этот надевать, на скелет козла. Но оно мне не нужно. Я уже выполнял эту манипуляцию. Эха! Ну все. Опа, машина уехала. Либо еще не приезжала. О, а вот и корм для курицы. Но он нам больше не нужен. После того, как мы ее поджарили. Так, ничего нету, что ли? Ну ладно. Окей, окей. И да, все-таки где Грааль? Ой, ты не покажешь мне рекламу? Я интернет отрубил. Ой, а это что за ларек? Ларек какой-то. А зайти в него нельзя? Нет, пока нельзя. Ладно, посмотрим. Может, потом в обновлении его откроют, и можно будет в него зайти. Купить газету или журнал. Так. В общем, понятно. Тут ни хрена нет. Ну, что еще говорить? Полезли обратно. Ни тебе Грааля. Ни масленки. Эй, стоять. Тьф, мне показалось, там монашка. Это труба была. Ладно, давайте подумаем, где я еще не был. А, я вспомнил. Я еще второй этаж весь не исследовал. Бегом туда. Ашка. Скорее всего, тут... О, слышу шум. Грааль здесь. Нет, тут банки с жвачкой. Окончательная Библия. Тогда почему я слышал шум? Тс,
Странно. Монашка лезет. Она мне не причинит вреда. Нет, где Грааль? О, вот он. Вот почему я шум слышал. Так, хотя нет. Повременим с Граалем. Попробуем масленку найти. Где-то тут она точно должна быть. Нет, серьезно. Где масленка? Мне лифт-то все равно нужен. А, наверное. Стоять. Возникла у меня тут одна идея. Сначала давайте отнесем Грааль на законное место, а потом, может быть, появится масленка. Если он мне даст чертежи от ботинок скороходов. Так. Где там... А, вспомнил, вспомнил. Где там наш секретный бункер? Эй, это еще что? А. Открываем его. Закрываем. И заблокируем дверь. Ставим Грааль вот сюда. Не, ну он точно сейчас выдаст прыгучие ботинки. Потому что там дальше только кладбище остается. А кладбище оно последнее, я знаю. Тайна кладбища? Вот это я не ожидал. Понятно, в общем, нам не найти сегодня. Нет, масленку, походу. Ладно, может в следующий раз. Так, рисунок. Посмотрим, что там. Она высокая, стройная и пахнет немного странно. Но вы быстро к этому привыкнете. С маской, которая есть у всех, нас не беспокоят запахи. Везде она блуждает по школе и ищет плохих детей. Конечно, кто-то знает, почему она это делает. Здесь внизу нас много. Кто-то плачет днями, а другие очень тихие. Так, ну понятно. Как всегда. Ладно, берем ключ. Кстати, ключ от сейфа. А от какого сейфа-то? Если вы про тот сейф, который монашкин, то его тут нету. Его нет давно. Так, а часы? Там дверца. Эта дверь откроется после установки определенного времени. Не, я открыть не могу. Пока-то. Так, а может это от кладбища ключ? Скорее всего. Больше потому что... Не отчего. Ну-ка, ну-ка. Опа! А кладбище-то уже открыто. 11:50. Смотреть. Эти статуи подскажут время. Ага, 11:50 мое время. Ладно. Какая это что? Что это? Здесь какие-то коды. А, помните, кодовый замок-то был. Вот. Вот где коды-то брать. Так, а как я пойму, который тут нужный? Тут их много. Да, блин, кладбище. Ну и... Так, а это от чего ключ тогда? Дверь. Что тут нужно? Ну, вам нужен предмет, который закроет это отверстие. Кажется, понял. Понял. Сейф там, скорее всего, за этой дверью. Значит, нам что-то надо. Нам надо установить время, пока нужное. Погнали к часам. Какое там у нас время? 11:50. Все, запомнил. Так. Кнопка. Эй. А, вон шестерня. Сколько тут времени? Так. Одна.
Эй, монашка, не мешайся. Так. 10. Есть, 11. Теперь 50 минут установлен. А это не та кнопка. Да отстань ты от меня. Дура. Вот, 11:50. Потрясающе. Теперь вы можете открыть часы. Только написали потрясающее вместо потрясающее. О, камень луны. Вот мы и нашли. Один из замков, так сказать. Точнее, один из ключей для замка. Оговорился. Ну ладно. Вставляем его на законное место. Лично вы поместили один из трех камня. Камней написали бы хоть. Вот переводчики. Так, ладно. Дальше, я так понимаю, нам надо к кодовому замку. Так. Может, надо найти какой-то еще предмет. Так, ну ладно. Так, что тут? Что-то тут написано. Имя, скорее всего, чье-то. Но замок я этот открыть не могу. Никак. Что же делать тогда? Так. Ой, стоять, я же еще тут не смотрел. Тут уж точно что-нибудь есть. Нет. Нет. Ну окей. Это меня не остановит. Эй. О, точно, я еще тут не смотрел. Так, что у нас в этих ящичках? Чё? Нет ничего. Ну, я так не играю. Чё мне делать тогда? Стоять. Мы с вами видели где-то окончательную Библию. Попробуем залезть в то место, где динамит. Так. А тут ничего нового не появилось. Ух ты, лопата! Лопата. Так. Понял. Зачем нам лопата? А, чтоб могилки копать. Понятно. Ну, пойдемте. Идемте на кладбище домашних животных. Хранить. Точнее. Идемте сейчас раскапывать кота с кладбища домашних животных и хранить его на кладбище микмаков. Потом он воскреснет и на нас нападет. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Если вы смотрели фильм, читали книгу «Кладбище домашних животных», то вы поймете, о чем я. Ну ладно. Что у нас? Пустое надгробие? А, нет, могила. Открываем. Ой. Здесь сразу два трупа в одном гробу. Первый раз такое вижу. Так, ну, ясно. Тут ничего полезного нету, а здесь? Да, блин. Чувствую себя расхитителем гробниц. А тут что-то... Что тут? Чье-то имя. А, монашка тут похоронена уже. Ну, ладно. Но там... А, я понял. Надо раскопать могилу, где похоронена монашка, чье имя написано на доске. И на ее кресте написан правильный код. Так, что тут? Нет, тут опять два трупа. Видимо, предыдущих жертв. Тут... Ой. Здесь целая семейка полегла. Да. Блин, сколько я ж могил уж осквернил.
Так, а тут что? Не, не та. Эй, давай копай. Опа, что это? Что это такое? Мы что-то нашли. Присяду. Камень земли. Ясно. Помещаем его сюда. Так, вы поместили 2 из 3. Так, а эта ячейка похожа на солнце. Скорее всего, ну, стало быть, это будет камень солнца. А он, я так понимаю, находится в том ящике, который заперт кодовым замком. Нам надо подобрать код. Эй. Монашка, интересно, сюда придет, не придет? Мы тут уже много нашумели. Что тут? Сестер Клэр? Нет. Не то. Все не то. Мазапел. Матушка. Какая-то. Так. Нет. О, вот пришла монашка. Эх. Я бы хотел тут для тебя могилу выкопать. Это ты еще живая. Может, ты зомби? Нет, 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 все не та. Не то. Ладно, посмотрим. Чья же тут нам нужна могила? Это не та. Это что ли? Так, посмотри. Точно не это. Не это. Не это. Там потому что не на сестер было начиналось. Не то. Так, либо это, значит, не это. Понятно. Судя по всему, нам нужен вот этот код. Что тут? Какая-то символ, какая-то перевернутая в набок М и еще этот же символ. Ладно. Проверим, тот ли это код, который нам нужен. Если нет, придется пробовать все подряд. Ну ладно. Да, та самая. Я же говорю, Маза Пи там написано. Так, один символ уже стоит правильно. Так. Во. Надо остальные расставить. Во. Открыл. Ящик. Камень солнца, да, вот он. Я же говорил, этот код правильный. Ну все, теперь погнали. Ну все, я так понял, в той часовне на кладбище находится сейф. Ключ от сейфа у нас уже есть. Мы откроем этот сейф. А там будет кусок маски. Предпоследний. Ну да. Значит, все-таки ботинки на пружинах достанутся нам в следующий раз. Так, вы поместили 3 из 3 камня. Открываем. Да, вот он, сейф. Точно такой же сейф, который был раньше. Открываем его. Тут много свитков и кусок маски. Да, жалко, я не могу прочитать эти свитки. Может, там что-нибудь интересное написано? Ну ладно. Понесли этот кусочек к форме. Оп.
удержать и заблокировать дверь. Ну все, а теперь устанавливаем кусок. Достижение получено, глава тайны кладбища. Ну и как всегда у нас очередной грааль, но уже последний. Теперь вы можете искать следующий грааль в школе. Поздравляем, вы собрали 5 из 6 частей маски. То есть осталось самое последнее. Самая последняя часть осталась. Ну все. На этом ролик подходит к концу. Если вы хотите, чтобы я отыскал последний кусок маски и посмотрел, что же из этого будет, то, разумеется, ставьте лайк под этим видео. А на этом все. До скорого!